Всем добрый день! Продолжаем готовку в нашем новом аэрогриле. Теперь мы приготовим замороженные овощи. Я положила совсем немного, пока только попробуем. До щелчка. Опять же, включаем. Температуру оставляем 180 градусов. А время мы уменьшим. До 10 минут. Включаем. И ждем. Овощи я не солила, не перчила, ничего не делала, потому что я всегда их ем соевым соусом. Поэтому я специи никогда не добавляю. Ждем. Ну вот и все, прозвучал сигнал. Ой. Все, мне хочется нажать кнопку. Кнопку нажимать не надо. Ну и вот. Ну, конечно, овощи получаются не тушеные, а жареные, так как это все-таки гриль, да? Ну, попробуем. Овощи еще не готовы, поэтому мы еще ставим на еще ставим на 5 минут. Для овощей все-таки нужно было ставить 15 минут. И ждем. Осталось 30 секунд. Сейчас посмотрим. Ну вот и все. Время закончилось. Нажимаем выключить. И смотрим. Ну вот, я еще добавила морковки, потому что буду сегодня готовить салат мимоза. Вот такие овощи получились. Пока не знаю, как на вкус, но скажу, что, наверное, в мультиварке все же они готовятся быстрее и будут вкуснее. Здесь лучше всего, если вы, например, хотите цветную капусту в панировке. Мы обязательно попробуем. И я обязательно вам покажу, что получится. Ну вот и все. Это был наш первый обзор, наш первый опыт. Ну а что будем готовить дальше, я вам обязательно покажу. Всем всего доброго, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.